это за живот? Курочка. А что на ней одето? Бусы. А это что такое? Ноги. Ты знаешь, кто к нам приедет? Мама. А куда мы поедем, знаешь? Ты кто там будет? Собачка. Кошечка. Бабушка. Бабушка. Дедушка. Папа. Ты хочешь уже домой поехать? Мы поедем на автобусе. Ура! Ты к собачке хочешь? Да. А к кошечке? Да. Кристина и Полина жили в разных семьях. Старшая у бабушки, младшая с биологической мамой. Однажды сотрудники службы по делам детей привезли девчонок в государственное медицинское учреждение. Теперь уже вместе сестры провели там почти год. А потом к ним пришла Лилия Викторовна познакомиться. Говорила о своем доме, о семье и даже о кошке и собаке. Для 5-летнего ребенка, согласитесь, это самый весомый аргумент. Полинке Лилия понравилась. Кристине 12. Ей сердце подсказало. Мама. Она пришла, и она такая добрая была. Красивая, веселая. Я увидела маму и узнала, что она моя. Вот интересно, а как узнают маму, что она твоя? Как? Что тебе подсказало? Сердце. Ну а ты маму узнала свою сразу? Да? А какая мама у тебя, красивая? Да. Наверное, самая красивая в мире мама, да? Да. Трогательный момент. Ожидание чуда. Все официальные мероприятия закончены. Статус мамы, приемной, правда, уже оформили. Через несколько минут они встретятся. Кристина, Полина и мама. Новая мама. Я очень переживаю и волнуюсь. Волнение такое. Вот, радостное. А почему вы решили стать мамой приемной? Хочется детям, хотя бы некоторым, то, что мне по силам, ну, помочь в этой жизни, просто помочь детям хочется. По профессии Лилия Владимировна социальный работник. У нее взрослая дочь, уже замужем. Сначала удивилась решению родителей, потом поддержала. И то, что времена тяжелые, война рядом, обстоятельства Лилию Владимировну не остановили. А может, даже стали стимулом. Подвигли на этот поступок. Я жила с самого начала войны в селе. Всю войну пережила. Страшное уже все позади. А я думаю, лучшее все впереди. Главное, что мы на Украине. Конечно, детей не выбирают. По крайней мере, так должно быть. Да, потенциальные приемные мамы и папы смотрят фотографии, читают биографию, но узнают своих по каким-то магическим законам. Это не мы выбираем, это дети нас выбирают, понимаете? Вот дети пошли ко мне, значит, все. Значит, они мои дети. Да, они у вас самые лучшие теперь? Да, самые лучшие, самые красивые. Красавицы. Впервые я здесь увидела, на этом диванчике мы встретились, посмотрели друг другу в глаза и сказали друг другу слова и просто, ну, как с первого взгляда, знаете, поняли. С первого взгляда уже было ясно, что да, все будет хорошо. То есть мы будем уже вместе. Нас покрестить? Покрестим. Я счастлива, потому что у меня новая мама есть. А ты что чувствуешь, Кристина? Я тоже счастлива, потому что у меня новая мама есть. И что мы семья. Мы семья. Можно попросить ребенка произнести какие-то нужные слова. О любви, например, о радости. Но глаза... Детские глаза. В них чувства, искренние эмоции. Вот такое бывает счастье.
не на показ. Настоящее.